передача на Канта, 1-0. Вендер открывает счет на 11-й минуте. Неотразимо пробил 14-й номер под перекладину. Надо смотреть повтор, но, по-моему, без шансов для вратаря. Очень уж точно был удар. Если ничего не будет, возможности сделать. То есть может туда уйти, да, в угол штрафной. Ну и что он там будет делать? И смотри, что он делает. Голевую передачу шикарно. Просто вложил мяч в ногу.